Привет, с вами SM Films, и никто не любит слабый, тихий и, не дай бог, грязный звук. Плохое звучание может разом заставить зрителя или слушателя поскорее выключить нафиг вашу работу. Поэтому сегодня мы решили рассказать вам об одном трюке, который поможет улучшить записи вашего голоса буквально в один клик, без преувеличения. Я использую эту технику почти всегда в крупных проектах и в каждом выпуске на YouTube. Конечно, это не моя оригинальная техника, я нашел это на одном сайте, ссылку я оставил в описании. И если говорить конкретнее, вы сможете сделать из такого звучание. Привет, с вами SM Films. Вот такое. Привет, с вами SM Films. Всего лишь за 90 секунд, а потом даже за одну. Поехали! Итак, как я и сказал, вы сможете делать это всего в один клик, и это благодаря горячей клавише, которую мы в конце с вами создадим. Например, после выделения я жму клавишу A, и все готово. А пока весь процесс создания такого эффекта сводится к четырем простым шагам. Эквалайзер, нормализация, компрессия и снова нормализация. Теперь давайте чуть подробнее. Выделите ваш отрезок, затем эффекты, фильтр и EQ, и тут эквалайзер параметрик. В настройках нужно всего лишь выбрать вот этот пресет, затем примените эффект, переходите снова в эффекты, амплитуда и компрессия и нормализация. Вы можете нормализовать голос на ваш вкус, но я люблю использовать значение 95.8. После чего снова амплитуда и компрессия, динамическая обработка. Перед вами появится вот такой график, и вам нужно сделать примерно вот такую ситуацию с ним. Можете переписать мои настройки и сделать максимально близкое значение к этому. И тут наш звук будто вышел из Макдака, еще и злой, видимо, громковат. На нас орать не нужно, поэтому зайдите снова в эффекты, в раздел нормализации и сделайте ровно такие же настройки, что и до этого. В целом готово. Итак, теперь как все эти действия запихать в одну кнопку? Очень легко. Переходите в раздел «Избранное», жмете «Начать запись избранного» и как-нибудь его обзываете. После чего проделайте все действия, что я описал выше, программа их запомнит, и как закончите, нажмите «Закончить запись избранного». Чтобы присвоить клавишу, нажмите Alt Key на клавиатуре, перед вами всплывет вот такое окно, и в «Избранных» найдите ваше название. Сбоку можно легко присвоить удобную для вас клавишу. Итак, это был довольно быстрый процесс по обработке вашего голоса. Если хотите увидеть от нас еще обучение по обработке звука, дайте нам знать в комментариях, мы обдумаем и обязательно снимем что-нибудь про звук. А с вами был Артур Вишневский, и увидимся в следующем видео. До скорого!